Добрый день, друзья, гости, подписчики канала, земледелия с вами, друзья. Ой, с тракторами разобрались, сейчас будем разбираться с сеялкой. Готовить ее к посеву. Что делать будем? Значит, сейчас семипроводы, вот один уже кандидат, и вот второй кандидат. Причем самое интересное, друзья, прошлогодние, новые. Вот они даже отличаются, да, по цвету. Это новый, вот он нигде не порепанный, ничего. Ну вот здесь он взял и нашахнулся. Вот мы сейчас будем делать. Ну и попутно купили доски. Сейчас будем доски менять, потому что доски у нас такие, что по технике безопасности нельзя на них. Ну и попутно про технику безопасности мне там писали, что у меня... Не соблюдаем инструктаж, надо проходить. Сейчас я вам покажу, какие мне выдали перчатки. Друзья, вот такие вот беленькие перчаточки, кожаные. Кожаные, made in не наши. Не наши. Потому что у нас с нашими прорывами уже даже перчатки Китай не поставляет. Так нам Европа. Европа поставляет кожаные, прям... Прям, ну вообще, на выход можно, белые перчатки. Ну то ладно. Так, и что мы будем делать? Сейчас нормы высева мы сдвинем от эти вот катушечки. Вот эта катушка первая у нас всегда больше сыпет. Ее надо немножко подвинуть. Ну все, приступаем к работе. Дай мне камеру. Убирать высев будем. Вот ослабил, подвинул, затянул. Все, вот так вот. Как-то так. Все, друзья, мы приступаем. Так, друзья, ну вот, сейчас я телефончик вот так возьму. Проверяем равномерность выставления катушек. Вот такой вот проволочкой. Вот такой вот. Согнули, прикладываем. Смотрим, как здесь заподлицо. Здесь надо немножко уменьшить. Здесь нормально. Здесь нормально. А вот здесь надо добавить. Да почти на 2 миллиметра меньше. Здесь убавить чуть-чуть. Ну вот так, таким макаром мы сейчас, значит, будем выставлять. Откручиваем от этот болт. И от этой шайбой двигаем катушку влево-вправо. Сейчас это все выставим. Купили доски. Сейчас будем сюда доски настилать. Вот они. 6-метровые досточки. Ну и потом поставим семипроводы. Язычки проверим. Ну, язычки я так предварительно смотрел. Все на месте. Все по фэншую. В общем, как-то так, друзья. Останется 2 семипровода. Ну, сейчас выставим норму высева от этого. Выдуем ее, промажем всю. И будет она у нас на мази. В общем, как-то так. Так, друзья. Вот такие вот с бутылки. С полторашки. Вырезаю крылышки прокладки. Да, есть такая песня. Ты мне крылышки прокладки что-то подарил. Я летала, что-то там, ну, короче, улетела. Вот они. Для чего я их вырезаю? Значит, сейчас где катушки, я вам сейчас покажу, там болтается. Уже выработка большая, шайба. И оттуда просыпается зерно. Сейчас вот мы их нарезали, я еще их повставляю. Это такой быстрый бюджетный ремонт на ходу. Вон Димон уже полки делает. Вот такие у нас досточки, полочки. Ну, прям все по фэншую. Надо снизу сверлить, Дим. Да что? А это я как делаю? Да? Ну, давай тогда. Все, короче, делаем. Ну, вот, друзья, повставляли мы от эти. И вот оно вот так вот. Не знаю, видео передаст, не передаст. Короче, все по фэншую. Где у нас сыпалось. Вот. А так вот. Сейчас оно выглядит.
Вот, ну, олифим доски. Сейчас проолифим. Пока они будут сохнуть, но это долго. Но мы сразу семипроводы поедем. Да, селочку промазали. Сейчас еще цепь смажем. Вот. И будет у нас все по фэншую. В общем, вот такие это дела с селочкой. Готовимся. Ну, на сегодня такое видео все. Я думаю, уже снимать ничего не будем. Как-то так. Так, ну что, мы закончили готовить селочку. Повычищали цилиндр. Промазали ее, прошприцевали. Короче, все по фэншую. Поставили семипроводы. Поставили вставочки, чтобы зерно не сыпалось. Ну, короче, она у нас в полной боевой готовности. Вот такие дела. На следующий год, может, получится, покрасим ее, да? А? Пескоструить надо. Да надо этот, сухой пескоструй. Потому что мокрый тут не вариант. Ну все, друзья. Как-то так. Синтаем. Что, вытягивать будем ее? Все. Доски надо. Все, друзья, на этом заканчиваю обзор. Всем спасибо за внимание.